Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервер Black Dragon, да. И, в принципе, я уже немножко построил наш дом. Как я обещал, я забрался на гору, построил немножко свой дом. Осталось вот сделать двери, две штучки, да. Обычный такой дом, не скажу, что какой-то там финтибубельный, то бишь обычный с досок дом. Давайте мы сейчас поставим двери. Красивые какие. Офигенный текстурпак. Действительно, очень прикольный. Давайте мы все это перенесем в дом. Ух, сколько тут всего. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Фиг его знает, куда мы это все поставим. Если у нас тут, наверное, будет второй этаж. Вот так. Да. Давайте, тут у нас будет сундук. О, какой сундук? Верстак. Давайте мы его поставим. Не знаю, почему он так не ставится. Давайте печь вот сюда. Так, давайте, что? Сундучок. А давайте сундучок мы поставим куда-то вот сюда. Нет. Это все сюда. И давайте заберем эти все ресурсы. Отлично. Что такое? Давайте. Давайте, что я хотел? Вот компьютер. Ага, если у нас тут будет второй этаж, я, наверное, пока что я вот так огорожу. Тут у нас, что у нас тут еще будет? Тут еще, наверное, сделаем одну печку. И тут давайте еще один верстак, на всякий случай. Вот так вот, отлично получилось. Факелы, факелы у нас есть. Вот так вот. Отлично. Так, сейчас. Сейчас. Хотя я даже не знаю, делать второй этаж. Ну, в данный момент я не вижу вообще смысла его делать. Пока сделаем вот просто такую отдельную комнатку, да. Так, топорик. Как-то, в принципе, пусть будет вот так. Тут мы поставим. Ай-яй-яй. Так, тут мы поставим компьютер. Отлично. Тут мы сейчас сделаем хилку. Давайте мы сделаем все-таки хилку. У нас тут что-то есть, что там? Нет. Давайте сделаем хилку. Нет. Вот пока что вот так. И вот так. Нам нужно 4 железа вроде, да. 4 железа. Лампа. О, у меня еще лампы есть. Не знает, куда это все поставить. Пока что пускай будет вот тут. Даже не подключенные лампы будут. Ну, пускай будет. Опять стукнул микрофон. Ох, извините, дорогие друзья, если очень громко было. Вот так, нам нужно еще 2 сундучка. Вот так. И вот так, отлично. Какие сундуки, да, красивые. Ну что там у нас? 4, отлично. Все, пока что хватит. У нас угля нету кучи, так что. Давайте мы сейчас сделаем хилку уже, наконец-то. Сейчас, только я вспомню, как ее делать.
Вроде как-то вот так. Да, отлично. Одна хилка у нас есть. Давайте поставим ее сюда. Отлично, наконец-то. Лечим наших покемонов. Стекло бы еще сделать. А стекло у нас... песок, песок есть. Песка дофига у меня. Отлично. Все, наш дом. Начало готово. Еще осталось заприватить. В принципе, все. Мы уже можем лечить наших покемонов. Так что это охрененно. Можем идти дальше куда-то на покемонов. Нужно придумать еще... О, покемон босс. Вот он. Нужно потом будет еще придумать, как быстренько спускаться отсюда и как быстренько подниматься. Нужно потом будет сделать себе лестницу, а то вот каждый раз вот такой вот этим заниматься, то бишь спускаться, подниматься вот так, это не очень быстро, согласитесь. А, да не на тебя, я хотел напасть, дюдут, 15 уровень, иди. Все, убили. Где он, где он, где он, где он, то бишь он где-то у нас вот тут, да? Вот, где-то вот тут. Ну, чё-то его тут нету. Значит, он под землей. И это у нас опять Geodude какой-то там босс. Где-то он у нас вот тут. Нет, где-то он у нас вот тут. Да, где-то вот тут. Ну, чё, покопаем под себя. Может, найдем, может, в лаву упадем. Если, конечно, что-то найдем. О, офигеть, как мы... Ай, иди сюда, иди сюда. Ух, как мы попали. Только вот что, хрен я знаю, убьем его. 100% сейчас Чармелеону один удар даст, и ему попа. В прямом смысле, что... Сейчас Чармелеону капут. Если... Не успел сказать, если только он по нему попадет. Офигеть. Одна надежда на тебя, Гравелер. 36 уровень против 46 уровня. Не знаю, не знаю, не знаю, убьем мы его или нет. Он же все-таки покемон-босс, да? И он должен быть сильным. Убьем, я думаю, убьем. Он... У нас же Шайни. Это же Шайни. Хрен мы его убьем, твою мать. Опять оставил ему приблизительно пару HP, и он опять нас убил. Также такая же хрень была с Пиджиотом. С Пиджей, то есть. Ну пофиг. У нас уже есть хилка. Я только вот сейчас посмотрю, нету ли тут всяких окаменелых покемонов. Вот он, зараза. Вот это же гравий, да, у нас? Такой, да, вроде гравий. Так что, в принципе, должно быть, да? Сервер, но вот это все должно быть. Ну, чё ты там тупишь? Так, гравий. Нафига гравия, окаменел их нифига. Лазурит я вижу, да? Или чё это? Лазурит, да. Ну, не привык еще к новым текстуркам. Это что у нас? Изумруд? А какая это высота вообще? 17-й, ага. Изумруд. А изумруд, в принципе, тут полезная, я думаю, штука, так как его можно продать за нормальную цену. Я так думаю. Если мы еще сейчас алмазиков найдем. Алмазики, алмазики. Тут мы уже были, да, если вот это светится. И тут мы уже были, да? Проходили. То есть. Еще изумруд. Изумруд нужно, я так думаю. Это у нас золото, как я понял, да? Так, там у нас тупик, тут у нас лазурит. Я не знаю, лазурит вообще... Ну, я вижу
Железа дофига, не буду я пока что на него обращать внимание, так как просто-напросто некогда. Уже ну... О, покемон Бласт, твою мать! Ну, не бойтесь, не бойтесь, я еще чуть-чуть прокачаю своих покемонов, и потом буду я вас, думаю, урвать. В принципе, почти опять его убил, ну, не хватило одного любого удара, и он бы умер. Так, лава, алмазов нету. Так, смотрите, не столкните меня там сзади. Так. Куда бы... Так, куда бы нам сейчас пойти? Туда дальше, там есть проход. Я почему-то... Да идите вы, толстозадые! Как я понял, нету туда. О, там еще один покемон босс. А, ну это, в принципе, тот же, наверное, Гравелер. А, в принципе, даже если бы там был покемон босс, еще бы мы с ним сделали. Ничего. У нас и так покемоны все мертвые. Ну, все не все, пару штучек. Два. Так, гравий. Че, пойдем и сюда. Быстренько вот. Ух, тут воды. Хрен мы сейчас туда переберемся. Давайте попытаемся. О! Нужно уже приконов. Дофига себе. А, какая высота это? 19-я. Ух, пока я отсюда выберусь. Давайте, дорогие друзья, в принципе, на этом закончим. Я отсюда буду выбираться еще кучу времени. Так что это будет еще долго. Давайте, в принципе, 10 тут закончим. В следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Играйте на этом сервере. Ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.